Привет, друзья! Вы на канале «Маленький сад на краю вселенной». Урожай яблок в этом году радует. Вот такая у нас ветка привитая к дичке. Вот она одна дала неплохой урожай, и пришло время снимать. Конечно, это нужно делать в солнечную погоду, когда яблочки сухие. Работать нужно в перчатках, снимать плоды. Ну и я покажу, как сохранять в подвале яблоки, когда урожай вот такой обильный. Снятые с веток яблоки лучше хранятся, чем поднятые с земли. Вот в перчатках снимаем, чтобы был хвостик. Яблочки ничем не обрабатывали, без химии. Собранный урожай яблок лучше, конечно, рассортировать. Отобрать отличные плоды. Например, вот это отличное яблоко, без повреждений. Есть похуже. Вот, например, такие. Ну и третья совсем мелочь, которая будет храниться плохо и которую можно пустить в дело в самый первый раз. Ну а хорошо сохраняются яблоки в больших картонных коробках. В них можно ставить отличные яблоки, сохранять. Вот укладываем обязательно плодоножкой вверх. Лучше, если она будет не оторвана, как я уже сказала. Вот уложили первый ряд яблок в картонную коробку. И если есть, закрываем яблочки картонкой. Можно закрыть также газеткой сверху. И дальше укладываем второй ряд яблок. И так, пока не заполнится. Сверху также обязательно укрываем газеткой, картонкой, если есть, и отправляем вот эту закрытую коробку в подвал, где зимние яблочки будут храниться до весны. Ну, другие яблоки менее ценные можно также хранить в ящиках и слои тоже перекладывать вот так газетками. Если понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем хороших урожаев! Бывает и такое, что у кого-то нету подвала, нету погреба, нет места, где сохранить урожай. Тогда можно прибегнуть к такому способу. Собираем урожай небитых целых яблок в пакеты. Можно завернуть в два пакета, положить. Выкапываем где-нибудь в укромном месте на своем участке, которое не подтопляется, яму примерно в колено, можно даже глубже, и закладываем туда пакет с яблоком, засыпаем землей, место это помечаем какой-нибудь фишкой, и когда оттает земля, выкапываем весной в свое вот хранилище, как у белочки. Яблоки не замерзнут на такой большой глубине и будут, в принципе, процент хороших яблок сохранится. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал «Маленький сад на краю вселенной».